Тема социальной поддержки семей с детьми всегда актуальна в нашей республике, ведь по статистике Тува – один из регионов с высокой рождаемостью. Родители имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка. Оно в нашей республике составляет 22 890 рублей 47 копеек, сообщили в Фонде социального страхования Тувы. Работающим мамам оплачивается декретный отпуск. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают как работающие, так и неработающие граждане. При этом отпуск по уходу за ребенком может взять любой родственник, непосредственно ухаживающий за ребенком, будь то бабушка, папа или тетя. Кроме этого, граждане, ухаживающие за ребенком, могут выйти на работу на условиях неполного рабочего времени. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет предоставляется работающим гражданам в связи с утратой застрахованным лицом заработка при осуществлении ухода за ребенком и оплачивается в размере 40% от средней заработной платы. При этом нужно учесть следующее. Поскольку пособие по уходу за ребенком является компенсацией утраченного заработка, вызванного необходимостью осуществления ухода за ребенком, то рабочее время должно быть сокращено не менее чем на 40% рабочего времени, установленного трудовым договором. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 34 копейки, а евро 67 рублей 46 копеек.